вчера. Ну просто прелесть. Вот Майзер отдыхает. Мы с вами как работали на грибы, а в один прекрасный момент просто отвалились. Все у нас приостановлено. Итак, наш любимый Биалтайчи выдает по красоте. Мы там еще не видели гидравлическую погрузку электромеханическую. А будет-то вообще космос, если она произойдет. Теперь смотрите, насколько легко пилить ленточку. И скорость пиления из оператора гораздо выше. Ну, конечно, не забывайте о том, что это 2 метра всего по длине бревна. Так там пилетет сработал. Скорость обратного хода вообще в идеале. Оба-на. Сброс доски сейчас пойдет. Вот. Прямо космос, а не пилорамка.